Здравствуйте, дорогие друзья. Суперлига. Встречаются команды City France Service и команда PIP. PIP, конечно, после двух несборов сегодня собрался. Семь футболистов есть. По моему мнению, не хватает лишь какого-нибудь вратаря. На одного человека больше у City France Service. Сегодня их 8. Ну, в турнирной таблице они значительно выше, конечно, идут. И учитывая то, что выиграли они дважды Талас, команду, которая борется, можно сказать, за первое место до сих пор, это уже показатель того, что сегодня они не планируют останавливаться на достигнутом, хотят забрать 3 очка. Ну и посмотрим, конечно. Тем более, как раз, что это последние матчи между перерывчиком, который будет у команд, у них будет возможность отдохнуть, восстановить силы. Так что сегодня можно выкладываться. Колесник Евгений. Александров. Колесник сыграл в центр. Рыбальченко. Хороший активный контроль мы видим от City France Service. Кучер перехватывает. Так, ну пока контролирует мяч на самом деле City France Service. Рыбальченко. Не спешат, вытягивают соперника на себя. Колесник. Снова Рыбальченко. PIP умеет закрываться первым номером. Нравится мне то, что и эта команда все-таки может дать бой в меньшем количестве игроков в составе. По 23-м номерам у нас за команду City France Service играет Савчук Леонид. Да. И хороший момент в самом начале был только что. Чуть-чуть не повезло, в штангу попал. Я забрал. Момент был очень хороший. Мяч остается в игре, голкипер его забирает. Рыбальченко. Перепасовывается City France Service. Колесник на Александрова. Снова Колесник. Чуть-чуть не угадали с передачей. Чайковский. Кучер. Мясоед на Чайковского сыграл. Снова Чайковский. Кучер. Активный пас мы видим от PIP. Сейчас временно они на половине поля соперника. Ищут ключи, я бы так сказал, к свободным зонам. Классный пас удается сделать. Да. Неплохо очень получается. Сейчас хорошо открывались, но замыкнуть не получилось. Попытка удара после розыгрыша углового. Был отскок, но уже так справился. И ошибаются сейчас в атаке City France Service. Савчук Леонид. Пока временно мяч подают, время-то остановлено. Кучер так неспешно будет разыгрывать аут. Можно время. Дави. Сбрасывает Александров. А вот загляделся он на скамейку. Будем так говорить, на зону запасных и партнеров, и отдал просто передачу в никуда, банально. Некому отдать, да. Не трогай вратаря. На самом деле, неплохо было бы забить первый гол.
гол именно Пибом, PIB. Намного проще им было бы, комфортнее дальше действовать в контратаке. Виталик, дальний. Проминвестбанк. Рыбальченко. Таланов сбросит пяткой. Грушко. Играет на Таланова. Нормально. Пока не очень активно строится атаковать. Сидит в конце разбудки. Спокойные, традиционные атаки. Не трогай, вратаря не трогай. У него 4 секунды. 4 секунды! А вот и подъехал вратарь. Я поспешил с выводом, что нет вратаря. Опоздал он. Хороший сбор. Калиниченко Владислав смог осуществить именно на команду City France Service. Это отдельно добавляет интриги нам в матч. И отдельно украшает нам матч. Да, но в этом матче уже мы замечаем первое нарушение. Был удар, на самом деле, по ногам. Мы посмотрим, как они будут разыгрывать этот стандарт. Грушко. Колесник на опережение не играл, развернуться не смог. Чернил Петр. Грушко. Играет на Таланова. Активный пас от City France Service. Закрытый. Пип сейчас. Грушко. В касание играл. 22 номер неплохой удар делает, но второй удар уже был не то, что нужно. Вот второй это у нас Полищук. Сели! Да, неплохой у него был шанс. Два раза он сумел ударить по воротам, но голкипер вовремя вышел. Справился. Грушко на Колесника сыграл и прострел на дальний. Казалось бы, забивает Виталий. И здесь, казалось бы, забивает. Какая-то неудача. У нас даже, я бы так сказал, элемент курьеза только что наблюдался, когда чуточку не хватает какого-то характера, такое впечатление забить. Или удачи. Мне кажется, именно повезло два раза на самом деле в этой ситуации. Уже вторая штанга, кстати, в этом матче. Таланов. Грушко. Грушко ищет партнеров по команде и находит очень хорошим пасом. Чайковский поборолся. Остался с мячом. А вот тут отобрали мяч. Полищук, Владимир. Отбирали мяч. Чернюк. Готовы покусаться, Пип, сегодня с City France Service. Как мы видим. По крайней мере, на старте матча. Не разобрались чуть-чуть с заменами, но все-таки. На самом деле, скорее всего, судья прав, что игрок, который вошел уже, тем более, коснулся даже к мячу до того, как смена произошла. Черно, черно, не, со сумкой. Не, Виталий, вас еще. Да. Уже, не надо. Здесь только. Чайковский цепляется за мяч, прикрыл его корпусом. Я считаю, что в рамках правил и в рамках пределов поля был мяч, но... Именно линия, разделяющая зону углового, как раз была уже решающей. Рыбальчик. Столан он обыгрался. Он пока не дают забить себе гол, на самом деле, PIB. Рыбальченко обыгрался. И очень массивно стоят в обороне. По сути, у них почти никто не выходит за свою половину поля. Они принимают соперника именно у себя. Савчук неточную передачу разъездную отдавал. И вот мы видим, что все равно мяч остается у City France Service, так как рикошет таким образом все же сильно уже не повлиял. Но все. Чайковский классный пас проходит.
Но не удается обработать гусарево Кириллу. Рыбальченко. Сарчук. Снова Рыбальченко. Александров. Лево! Активнее начали перемещаться игроки City Front Service. Но все заканчивается неточной передачей. Цепляется за мяч Пип. И неплохой удар удается у Николая. Савчук. Таланов. Выигрывается они с Савчуком, но последнюю передачу не получается отдать. Чернюк. Широко играет. И хорошая, на самом деле, очень передача дает. Получает передачу назад, пробивает, но... Недостаточно точно. Хороший рывок показывал Александров. Калиниченко. Сохраняет таким образом мяч, и это плюс, конечно же, это плюс. Ищет вратарь, куда бросить, бросит, наверное, настоящего Черняка Петра. А вот сейчас момент, три футболиста атакует, Игрушко Виталий пробивает ворота. Да, решает сам выстрелить, и очень сильный получается удар. Прицельный, Игрушко Виталий. Да, согласен, и точный, и сильный. Не было шансов там, конечно, у вратаря с такого расстояния отреагировать. Кучер. На совет отдал на Черняка. Черняк играет снова на Кучера. Пробил с носка Александр, а почему нет? Нужно бить, конечно же. Рыбальченко. Мясоед придерживает мяч, отбирает у него мяч Грушко. Рыбальченко. Он немало сейчас борьбы за мяч у меня происходит. Черник с мячом обходит одного, дает отличную на самом деле передачу. Да, и не готов был здесь. Да, спиной перенимал мяч и не получилось. И очередной, на самом деле, опасный был момент возле ворот PAB. Ну, пока лучше, увереннее выглядит City Front Service. Больше моментов они создают. Грушко. С мячом. Все равно будет разыгрывать этот аут в City Front Service. Хорошо, сейчас Талану на самом деле пытался открываться. Хороший удар от 22 номера. От Полищука Владимира. Пип с мячом. Да ну блин, ну что? Зачем пяткой? Кучер. Придержал мяч, навешивает. Колесник головой сбрасывает. Много у нас борьбы сейчас за мяч есть. Важнее, конечно, наращивать, взвинчивать, будем так говорить, темп Пибу. Это однозначно. И хорошо они на самом деле сейчас на некоторое время насели на ворота и создают нервную ситуацию. И
Но на самом деле пока не очень результативно проходит все равно матч. За 14 минут был всего один гол. Полищук, сильный удар. Сейф неплохой от вратаря. Талан в упор побивает, Мясоед вовремя подставляет ногу. Много вообще ударов, поворотов делает на самом деле Сити Франсервис. Пас в разрез между двумя защитниками по центру. Далеко вышел братарь на самом деле, но надежно выбивает мяч. Калинченко Владислав. Он же капитан команды, играет на Кучера. Судя по всему, Кучер адресовывал на Калинченко эту передачу, но не то, что нужно. Опасно так терять мяч на своей половине поля. Сейчас мяч все это плохо закончится. Да, долго крутил Грушко. Золотой тайм-аут. Интересно, что тайм-аут берет именно в Сити Франсервис, хотя на самом деле вроде бы у них все получается, и они моменты создают. Сколько счет 1-0 не дает все-таки осознать и понять, как строить игру, потому что первым номером сейчас достаточно опасно играть против Пиба. Стараются они, во всяком случае, как минимум, найти и свой первый мяч, а это, конечно, изменит сценарий игры. В случае, если отыграется, как-то крылья-то могут раскрыться у команды. Ну и матч будет немножко с другим окрасом, будем так говорить. Но составы равные, матч интересный. Да, вот если вначале ты отмечал, что 7 человек у Пиба, теперь уже составы становятся абсолютно равны, 8 человек. 9. Даже 9. 9. Две четверки полноценные на смене, это то, что нужно. На, это возможность загонять даже в какой-то мере соперника, благодаря большему количеству замен. Очень опасная сейчас контратака. Хорошая разлинная передача. Дави делает сейф у нас. Да, на самом деле сейчас очень опасно было. И передача хорошая, и до удара дошло. Своего же игрока попадает сейчас во время удара. Возможно, он даже спасает команду соперника. Рыбальченко. Александров на Рыбальченко в касании. Это второй мяч. Очень легко дающийся мяч. Провал в обороне. Никто не идет на Рыбальченко, а он забивает. Да, и хорошая реализация этого момента. Владислав. Черневок. Да, четко реализовал сам момент прошлый. И на самом деле отсчет 2-0, он уже намного комфортнее. Хотя есть у меня такое подозрение, что на 2-0 они останавливаться не будут. Таланов. Колесник. Черник опережает. Хороший выход на самом деле. Но почему-то решил именно пробивать, а не отдавать передачу. Хотя визуально казалось, что все-таки передачу можно было отдать. Ну да, казалось, что 2 в 1 это явно преимущество, и нужно его стараться задействовать. Но бить решил, Петр сильно пробивает, знаем, хороший у него удар. Я заметил, что у них достаточно стандартный розыгрыш угловых, либо вообще стандартных. То есть они стараются простреливать именно в штрафную, поближе к вратарю, то есть в центральную зону. И 3 раза это уже за матч можно было заметить. И вот, ну, в этот раз поверху до этого поня доставились. Отдавайте. Ну, зарабатывайте очередной головой. Калиниченко.
Ой, хорошо очень Музон перехватывает мяч. Играет на Рыбальченко. Сноуколесник. Рыбальченко сам выигрывает одного игрока. Отменный контроль из Францеры, из Таланов. Чайковский дотягивается, а передачу тут не получается отдать дальше у Пиба. На, хороший блок передачи от Таланова. Сейчас у него уже есть шанс самого забить, но не попадает по воротам. С мячом Пип. Чайковский. Немножко сильно. На Калиниченко, на 6 номера давалась эта передача. Ой, на Кобылинского, прошу прощения, Артема. Отлично, для меня пока непонятно, почему при счете 2-0 все равно Пибы дальше сидят на своей половине поля, не пытаются прессинговать. Рыбальченко. На Таланова. Снова Рыбальченко. Закидывает. Вперед. Ну, вратарь вовремя выходит, наверное, выносит. Так вот, если вернуться к тому, почему не используют прессинг? 9 человек. Как ты отметил, 2 полноценные четверки. Мне кажется, можно и побольше сил тратить. Прессинг — это всегда небольшая часть ва-банка, поэтому я думаю, что за риск такой, наверное, в начале и вообще по окончании первого тайма не готовы. Можно, так сказать, поставить ставку. Вот во втором тайме, может, мы увидим подключение пятого. Хотя не факт. Вратарь сегодня есть, и он отлично вбрасывает. Заброс на Тяйковского был. Дави с мячом. Вбрасывает на Таланова. Савчук. Снова Таланов. 3 в 2 сейчас. Хорошая возможность. Смотрим, как разыграют. Вытянули на вратаря, но нет, он назад возвращается в ворота. Зарабатывает себе опасный штрафной удар. Кобылинский Артем, собственно, хотел пробивать. Судя по всему, его подцепили немного, как нам видно с этого ракурса. Ну и правда, да, я с тобой полностью согласен. Хороший штрафной, как минимум. Это именно удар, причем очень сильный удар. Вратарь даже прочувствовал. Да, и истекло время первого тайма. Счет у нас 2-0. Выигрывает Сити Франсервис.